Ребята, всем привет! С вами снова Орлов Павел. Вы на канале Eagle Boy. Помните, в прошлом видео я собирала вот такую вот крутецкую Chevrolet, но, к сожалению, мне придется ее разобрать, потому что я буду собирать вот такую вот крутецкую багги. Ну все, не будем терять времени, погнали! Ребята, я собрала вот такую вот крутую машину. Здесь она особо не функциональная. Здесь из предметов, что интересно, только два. Как машина ездит, ну, машина ездит, и если присмотреться, то можно увидеть, как поршни, подбиваются поршни снизу. Также здесь более качественный механизм поворотов. Ну, не как в прошлой машине. Потому что в прошлой машине она не могла полностью развернуться, а в этой можно спокойно куда-либо разворачивать. Также здесь поднимаются трубы. Она не такая увесистая, как прошлая машина. Когда я собрала эту машину, у меня осталось достаточно много деталей. Я ее собрал быстрее предыдущей, потому что она достаточно маленькая. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Покедова!